друзья, полностью перешли на релку, вроде бы все нормально. Буду сегодня закупать ее. Все, друзья, пора на работу. Пока. Выезжаю из дома на базу и думаю, ну сегодня нечего будет вам показать. Но есть. Сосед нам подарил вот рулон такой замечательной красивой сеточки пластиковой. Подумаем, как ее использовать. Там пару листов поликарбоната небольших, но тоже пойдут там для разделения каких-нибудь будочек. И комплект наличника на дверь. Вот. Ну, за наличник там мы, я не знаю, что как-то для красоты для какой-то пригодится. А сеточка вот вообще шикарная, да? Вот такая вот. Короче, друзья, вот светофория, да? Через кассу здесь все нужно провести, во-первых. Во-вторых, здесь всего 10 мешков. И где еще, я не вижу. Ну, будем брать постолько, поскольку есть. Все. Короче, друзья, здесь нет больше корма. 10 мешков всего. И в этих мешках даже не по 5 килограммов, а 4,5. Все, я не знаю, может быть, на Хатунке там или где-то в другом светофоре посмотрим. На молодежке? Не, ну светофор-то в городе есть. Короче, придется ездить искать. Это на 4, на 5 дней максимум. Сейчас еду в город, заправлюсь и еду в город. Проеду тоже там в маяк, в светофор. В других гиперах корм дороже получается. Вот. Ну, может быть, в светофоре в городском или в маяке куплю. Короче, я заправился на 1000 рублей. Это еще в воскресенье у меня скидка 5% получается. Так. Блин, почему так плохо, не пойму. Так долго резкость наводится, я не знаю как-то, что с этим делать. Так, вот, поехал я, короче, по магазинам. Я бы не сказал, что тут на дороге пусто, друзья. Видимо, все в поисках чего-то. Короче, в светофоре в городском корма нет. Вот, еду в маяк. Я приехал в маяк. Тут, по-моему, уже начало апокалипсиса. Мусорка, короче, кругом. В маяке тут релки этой жрать не пережрать. Вот, но здесь она уже по 215,90. Ну, то есть, считайте, да, по 216. Я не знаю, может быть, килограмм. Мешков 10 еще возьму. Ну, пока хватит, а там посмотрим, может быть, что-то подешевле появится. Тут, в общем, собачьего корма другого нету, кроме этой релки. Для кошек там пару вариантов таких в небольшой развеске. Но зато здесь целый ряд наполнителей. Короче, я не знаю. Но это, наверное, вместо корма антикризисная программа такая. Короче, все это наполнители для туалетов. Начиная от самых там простецких для силикогелевых. Давай, ключ. Спасибо, девочка. Телефончик верните. Девочка, телефончик верните, девочка. Ну, в общем, я взял вот еще 10 мешков. Получилось, да? 2159. Ну, блин, короче, вот получилось 20 мешков. Что-то меня жаба душит покупать сразу много этого корма, который вот старым подсолнечным маслом воняет. Может быть, все-таки будут какие-то другие варианты. Вот, какой-то небольшой запасик у нас есть, но будем искать что-то другое. Приятное хочу сказать вам, друзья. По пути, ну, почти по пути заехал проведать двух моих, ну, бывших моих собачек. Хозяйки дома не оказалось. Снимать как бы без разрешения в чужом дворе, наверное, не очень красиво.
вот. Но собачки там живут, у каждой своя будочка, такая приличная вполне будочка, чистенькие, жирненькие собачки, это Шоня и Масяня. Я попрошу девчонок, чтобы они потом фоточки вам ставили этих собачек. Порадуйтесь с нами тоже, друзья. Что так горит, друзья? Я так боюсь этих пожаров, блин. Всякий раз, когда вижу дым такой интенсивный, начинаю нервничать инстинктивно. Ох. Друзья, короче, заехал я еще в мир на Московской, да, там всегда в подвале самые дешевые бочки продавались. Такие же точно, как я привожу с базы, вот. Абсолютно такие же. Зашел, да, специально спросил, есть. На витрине были вот, ну, вообще, короче, такие, которые 3 часа варить надо. Зашел, спросил. Сказали, да, да, есть такие по 15 килограмм, все ништяк. И выносят мне 2 коробки. Я их схватил и побежал в машину. Ну, вот что это? Блин, их варить, сука. И еще и клювы придется с каждой выдирать. Это гигантские петушиные головы, которые, я не знаю, там, собакам с клювами просто нельзя давать вообще. Короче. Блядь. Везде... Мало того, что 44 рубля килограмм стоит, и в Ростов хрен выедешь, так еще и гадость. Короче, поехал я домой. Не вижу, идет видос или нет. Так, что такое? Ну-ка, кыш-кыш-кыш. Пошли. Зяблик, рыба. Пошли. Пикч. Санита вторая. О, хач, красавчик. Ну и что окружили? Что? А? Ну-ка, все, по норам, по пещерам. Окружили, посмотри. Кыш. Все, кыш. Шкодина. О, надо же. У кого-то здесь есть голос. Морда. Бурбонище. Бурбон, ты что такой худой? А, сейчас я тебя подкормлю. Все,